Снова всем привет. Меня зовут Петр Сальников. Мне компанию сегодня ночью составила моя жена Марина. Мы сыграем сейчас, я думаю, случайным образом в Mortal Kombat X. Наконец-то это можно делать публично. Очень рад, что вас так много в этот поздний час. Марина, нажми на X. Собственно, почему так происходит? Мне, как вы понимаете, есть с кем постримить обычно. Но сегодня мы решили задаться вопросом, насколько легко игра поддается познанию человека, который не играет в игры в принципе, и насколько велики шансы получить люлей от такого бойца, как моя жена, такому бойцу, как у нее. Погнали? Ты за Ермака играешь? Сотоварища? Давай. Я буду случайно. Такида. Так, ну, в общем, про Ермака вы все знаете. Такеда — это один из новых героев. Сын Кенши. Для меня, честно говоря, что тот, что другой. Абсолютно новые герои, потому что Кенши был, насколько я помню, в каких-то DLC к 9 части, Ultimate и так далее. I knew you were gonna say that. It will not avail you. Round one. Fight. Погнали. Так, ты помнишь, как играть? Тебе не нравится, что ли, как? Эй! Лепни меня. Сиди, давай. Так. Пулемет. Ты перестань. Ну все. Да хватит. Понятно. У тебя X-Ray готов. Помнишь, ты рассказывал, что это X-Ray? Ты просто охватываешься. Вон, на. Как не делать? Назад-назад. И вперед-вперед. Так, ребята, если вы не перестанете сейчас друг другу, я не знаю даже как это назвать, если не перестанете про Украину, это все это дерьмо, потому что сейчас я просто отключу чат и не смогу из-за вас, уродов, читать комментарии нормальных людей. Да, надо у тебя. Ты помнишь, что я тебе рассказывал про интерактивный объект? Вот он, подсвечивает. Да, вот это вот, молодец. Ну что ты меня на улице пьешь? Он пишет, что Логвинов поет в своем блоге, что 10 из 10 и все такое. Логвинов прав. Игра отличная. Игра реально отличная. Так, звук игры меня заглушает. Ну, видимо, после уже, потому что сейчас. Ну, честно говоря, нечего вам сказать, я хочу поиграть в Mortal Kombat. Вот. Окей. Ну, ты знаешь, как в анекдоте. Анекдот хороший был про то, что...
Уйди от меня. Пакет сейчас идет. Пакет знает, пакет. Я хочу улететь. Ну ты не улетишь сейчас. Ногой, да. Нашел свою ногу, называется. Да хватит. Я не могу. Я ничего не могу сделать. Да. Смотри, на соплях. Почти. Как это сделать? Анатомия изучать по МК, кстати, очень хороший довод. Здесь у одного из персонажей есть фаталити, когда разрезают торс пополам, и там прям видно, как устроен человек. Ой, мама, все вот это вот так. Давайте как-то, в общем, сейчас решим этот вопрос, например. Настройки показа. Все, пацаны, вы довыпендривались, поэтому комментарии. О! Скрыть. Классно. Скрыть всех украинцев вот этих вот активных. Всех вот этих вот неадекватных, дебилов. Ну, в смысле, это потом будет на, ну, смотреть невозможно в записи. Так. Ага, спасибо. Поехали. Давай, выбирай. Наверное, это был их матч-реванс, да. Давай, выбираем нового бойца. Чё за кого? Что за кого? За кого? Слушай, почему он не живет, я не могу, потому что, ну, нажми кружок. Еще раз. О, выбирай, как вот хочешь. Вот этот. Вот этот? Давай. Вниз. И направо. Вот он. Я тебе сейчас Джаксона делаю. Да, конечно. Комментарии не исчезли, да, я вижу, спасибо. Нет, мы хотели, да, изначально проходить сюжетную линию. Ой, ё-моё. Ты видела? Подожди. Что за черт? Нет. Это мальчик, вы не волнуйтесь. Все, пока. Ты играть-то будешь, нет? Я пришла почитать комментарии. Не надо. Давай. Я не играю с тобой. Играешь? Что у него? Я же могу делать. Марина, привет! Пишет там... Что? Эй, хватит!
же тебе сделал эту штуку. Да, ты мне ничего не сделал. Потому что я могу убегать. Я хотел тебя трубой оттуда. Стой! Не, я хочу тебя прыгнуть. Ты не можешь меня прыгать. Окей. Он сказал на земле. Итак, перестань. Я хочу машину взять. Машину нельзя взять. Она горела белым светом. Эй. Подожди. Вот. Я хотела. Расхотела. Хотела. Да, слушай, да перестань. Эй, да, пацаны, я что-то это полностью. Ребенка, женщина. Что за бар под питание, за что отвечает? А, кстати, хороший вопрос. Бар под питание — это типа выносливость. То есть она тратится на отскок от интерактивных объектов. Вот, смотрите. А, все, уже не смотрите, меня убили. Спасибо. Ferator wins. Ну давай нового бойца выбирать, чё? Чё мы будем делать с тобой? Если ты такая жёсткая. Ты жёсткая. Дерзкая. Реально. Соня Блейд. У меня другой вопрос. Почему у меня до сих пор на Твиче называется трансляция GTA 5? Твою мать. Если я ее переименовал. Настройки показа. Можно, пожалуйста, убрать? Спасибо. А, черт его знает как. Запуск. Поехали. Ладно. Беллина. Да, короче, помимо хелсбара, у каждого бойца есть показатель выносливости. Он, в принципе, грубо говоря, делится на два сегмента больших. Они расходуются на то, чтобы использовать интерактивные объекты, которые раскиданы по...